DJI Pocket 2 оснащен интуитивно понятными режимами таймлапса, позволяющими запечатлеть уникальную красоту жизни, которую можно упустить в обычном ритме. Камера имеет три режима таймлапса — динамический таймлапс, гиперлапс и таймлапс. Здесь представлены подробные инструкции по использованию таймлапса в DJI Pocket 2. Являясь эксклюзивным для DJI Pocket 2 режимом, динамический таймлапс идеально подходит для съемки пейзажей. Перед съемкой установите Pocket 2 на ровную поверхность или штатив. Проведите по экрану влево и выберите таймлапс. Выберите динамический таймлапс, нажмите кнопку записи и начните запись видео с динамическим таймлапсом. Если нужно изменить направление динамического таймлапса, проведите влево еще раз. Направление по умолчанию, слева направо и справа налево. После этого можно отрегулировать угол наклона для достижения оптимальных результатов. Или выберите персонализированное действие и используйте виртуальный джойстик или поверните камеру вручную для установки начальной и конечной точки. После настройки вернитесь в окно просмотра с камеры, коснитесь нижнего левого угла экрана, чтобы установить продолжительность и время интервала, и DJI Pocket 2 автоматически вычислит продолжительность видео. Нажмите кнопку записи, и DJI Pocket 2 автоматически запишет видео с динамическим таймлапсом в соответствии с настройками. Гиперлапс подходит для съемки уличных сцен. Выберите гиперлапс и нажмите кнопку записи, чтобы начать съемку. Во время записи дважды коснитесь объекта в кадре для начала отслеживания или нажмите кнопку функции и удерживайте ее для блокировки стабилизатора. В окне просмотра коснитесь нижнего левого угла экрана, чтобы установить разрешение и скорость видео. После настройки нажмите «Начать запись». После завершения записи подключите DJI Pocket 2 к приложению Mimo и включите EIS в режиме воспроизведения для дополнительной стабилизации видео. Для записи таймлапса установите DJI Pocket 2 на ровную поверхность или штатив. Выберите таймлапс, нажмите кнопку записи и DJI Pocket 2 начнет запись. Для настройки параметров коснитесь нижнего левого угла экрана, чтобы задать длительность интервала. DJI Pocket 2 автоматически вычислит окончательную длину видео. После настройки нажмите кнопку записи, и DJI Pocket 2 начнет запись таймлапса на основе заданных настроек. Для получения дополнительной информации и приобретения обращайтесь к нашему партнеру drone.kz.